почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Очень загадочная книга написана Ириной Шлеонской «Мистическое искусство. Скрытые смыслы и спорные теории». Не могу сказать, что коротенькие истории, изложенные в этом издании, поразили меня или стали откровением. Нет, но уверена, что для большинства неискушенных читателей эта книга покажется по-настоящему мистической и притягательной. Тем более, что Ирина Шлеонская сама стоит на позиции существования в искусстве неких иррациональных, сверхъестественных сил. По ее мнению, многие художники обладали так называемым визионерским, пророческим даром. А она доказывает это, говоря о творчестве Босха, Андреа дель Кастанья, Леонардо да Винчи. Например, английский художник Уильям Блейк писал не только удивительные философские стихи, но и был убежден в существовании параллельного мира, где все иначе, чем в нашем, а великий архитектор Антонио Гауди подарил Барселоне небывалые и незабываемые здания «Дом Балья» и «Дом Кальвет». А смысл работ известного экстрасенса Джуны вовсе не в художественных достоинствах. Каждое полотно представляет определенное послание, при помощи которого Джуна рассказывал о том, как создан мир на самом деле, о космических далях и о том, как нужно жить в гармонии с природой. Отдельное внимание автор уделяет тайным символам, якобы присутствующим на полотнах Пармиджанина, Леонардо, Дюрера, Ван Гога, Гогена и на таком, как нам кажется, незатейливом арт-объекте, как «Черный квадрат» Малевича. Художник был супрематистом и подробно описал и свои похороны, и весь печальный ритуал, действительно, как он и завещал. Его тело кремировали, а над могилой установили большой деревянный куб с изображением «Черного квадрата», но место захоронения уничтожено войной. А картина «Черный квадрат» продолжает волновать и притягивать зрителей. Ирина Шлеонская заинтригует небольшими рассказами о проклятых полотнах, картинах-пророчествах, иконах, загадочных скульптурах, куклах, тайных шифрах в архитектуре. Все убеждает, искусство – вещь мистическая. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».